Вон они, мама, что? Вон она на балконе, как он должен. Скручивают человека прямо на улице. Наши противоохранительные органы. Военно обязанного человека, якобы. Давайте что-то будем думать. Молодой человек, я принесла. Пойдемте, покажите, пожалуйста, свои документы. Мы проверили у него документы, вы его забираете. Если у него есть какой-то штат, у него есть военный билет, белый. Мы сейчас будем разбираться. Опача, а теперь интересно. Номер машины. Ничего, молодой человек, все в порядке. Больше. А почему вы не разрешили? Ну, а сейчас что ты делаешь? Мы его сейчас ничего не видим. Сейчас. Да, у нас пазлодный контроль. Можно посмотреть. Какого числа? Потому что он чем подписан? Я вас помню, вы давай его там адекватно. Да не держи, он не убегит. Он уже никуда не убегает. Не бегал. Уже не убегал. Я говорю, уже один не бегал. Вот буквально полчаса назад. И этот уже не убеги. Я не верю. Можешь не переживать. Стоят тут все его соседи, он уже не убеги. Отпусти его. Отпусти, не держи, не ломай ему руку. Я не ломаю, просто держу. Ломают по-другому. Ну так а зачем ты в него вцепился? Ну зачем ты в него вцепился? В интернет выкинем, все будет понятно. Вы кидаете, боже мой. А что ты такой самый? А где представитель с военкомата? Быстрее выкидывать. А вообще представитель с военкомата есть вообще? Кто есть? Есть где? Где человек со списками? Какую-то непонятную машину запихиваете? Непонятные люди. Вы же военно обязаны, идите в армию. Да. Вы же милиция военно обязаны. Чего вы не идете в армию? Вы не переживайте, я уже был 2 недели в станице в армии. Не прекращайте. Это, конечно, кино, это все красиво. Человек в ориентировке, как уклонист от армии. А закон еще никто не отменял. Я не разрешаю себе снимать именно это право. Да, конечно. Пойдем, да, что вы военно обязаны? А покажи мне вы свои документы. Вообще что показали? Прекратите нас. Он еще не показал вот так вот. Подождите, покажите. Я не разрешаю себя снимать. Документы покажи. Я не покажите документы. Дайте телефон. Я имею по конституции на это право. Я запрещаю. Вопросы есть. Милиция заберет. Как это? Отдайте сюда мне телефон. Это один, какого-то я снимаю. Нормально? Наркоманов не забирают. Алкашей не забираю. Успокойся. Не позорься. Это заболят твои друзья все. Ты боишься в армию, дед, стекло. Потому что у него армия. У него 5 детей в семье. У него 5 детей. У него. Так у него одна мама. Он кормит. Я тебя не снимаю, у меня нет камеры. Так не надо дергать его. Дайте, пожалуйста, слышь, вообще уже. Да не запрещаю. Я имею на это право. Зачем ты меня снимаешь? Я вас не снимал. Удалите то, что было снято. Я имею команду, что мне делать? Нет, я прошу вас. Свидетель журналист? Удостоверение журналиста покажи. Я вам говорю по-нормальному. Удостоверение журналиста мне покажи. Еще раз говорю. Ты пресса или кто? Я вам сказал. Ютуб иди на площадку снимай. Девушка. Я вам запрещаю тебя снимать, я вас попросил. Я вам подсказал. Я запрещаю тебя снимать. Ребенка зажимает. Ты что? Вы что? Я запрещаю. Раз я беру телефон. Убирай. Телефон, отдайте. Телефон, отдайте. Фамилию. Фамилию вашу. Телефон.
А что, что? У нас законы уже не есть, мы в ДНР живем или что? А что значит чекброзы? Я у вас говорю, вы чекброзы? Я спрашиваю, чекброзы, ну и что? А ну и что, что это твоя жена? Нет, подождите, вы у него бронились? Конечно, розы. У него нету документов. У него нету документов. Сказал имя отчество. Это твой родственник? Нет. Что ты тогда поддерживаешь? Это позор это. Позор это. Что ты поддерживаешь? Ты что, предатель страны? Что, в армии не надо служить просто, в армии людям? А вы что подбежали? Что вы дергаете? Потому что это наш сосед, это наш друг. А что вы себя ведете? Что в цирке за вас? Чек в розыске. Чек в розыске. Как уклонист от армии. А вот человек возьми, только что все проверили. Он в розыске, в ориентировке на задержании. Еще раз. Я сказал фамилию, имя, отчество. Это моя обязанность его отвезти. Потому что это мать. Я знаю. Все проверили.